Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алексей Грузин. Я очень рад поздравить замечательный город Зеленоград. В этом году, в 2014 году, городу Зеленограду 55 лет. Много это или мало, не знаю, но это всегда был городом-спутником, городом, которым гордились, о котором писали в прессе и в советские времена. Это был один из первых городов такого типа, когда построили много-много красивых домов, и поселились молодые люди с великолепными идеями, то есть и ученые, и люди, которые действительно хотели изменить этот мир. Поэтому это символично, 55 лет городу, городу, который отстоит от Москвы в каких-то там 15-20 километрах, от центра буквально 35-40 километров, и вы оказываетесь в зеленой зоне, в городе, который находится на севере Москвы. Это город Зеленоград, и действительно, не случайно он назван Зеленоград, потому что это зеленый город. И мне приятно, что сегодня я вас поздравляю, я с вами душой, и потому что я тоже человек, который родился здесь же, в Москве, и мне нравится ваш город, он замечательный, чистый, вот, поборемся с пробками, а все остальное ерунда. Поэтому 55 лет городу Зеленограду, ура!